Хорошо, дорогие друзья, у нас, собственно, эфир начался еще до того, как начался эфир. Диван-эксперт, с вами, как всегда, я, Константин Симонов. Сегодня у нас в гостях, я называю его Примо, нашего Староскольского театра, Сергей Скоков. Ну, Сергей сегодня со мной, наверное, будет спорить, там, Примо он или не Примо. Привет, Сергей. Привет. Человек, которому я перед программой сказал, что мне всегда казалось, что он, ну, достаточно высокомерен. Вот, ну да, такое есть. Это мой образ, Сергей. Вот. А помогать мне сегодня будет а можно просто Дмитрий Борсников. Вот это плохо. То, что я это сделал, вот так. Единственный я, наверное, да, кто не это. Конечно. Не отключил телефон. Хорошо. Собственно, говорить о чем будем? Сегодня будем говорить о театре. И это понятно, логично. О карьере Сергея и вообще об актерском мастерстве. Потому что мы немножко далекие, а Сергей нам поведает. Вот ему так удобно сидеть. Я решил тоже его отзеркалить. Закрытая, открытая поза. Не знаю, пусть... Наш зритель Татьяна Кабина, она у нас психолог специализирован, она потом может чем-то там напишет. Сергей, решил. Давай начнем с Примы и... Давай с Примы начнем. Прима, премьер, да. Нет. Вот, ты первая скрипка? Ну, мне кажется, что ты первая скрипка. Ну, во-первых, начну с Примы. Прима, премьер – это люди, которые в балете. Uh-huh. Это танцовщики. То есть они танцуют, есть премьер – это мужчина. Главный в балете есть Прима, это женщина, да, главная исполнительница главных партий в балете. Поэтому Прима-премьер точно не про меня. Ну, центровой, как правильно центровой назвать? В футболе, да. Ну, да, ну, как в театре говорят, ведущий артист театра. Ну, вот хорошо, Сергей Скоков, ведущий артист нашего театра, сегодня в студии. Дима тоже будет его немножечко покусывать. Я вообще чуть-чуть... твою биографию шерстил, да, и вот заметил, что ты еще, собственно, со школьной скамьи пытался там где-то играть, в том числе в школьном театре. Расскажи, пожалуйста, как это получилось? Ну, как у всех, опять-таки. Если говорить сейчас, взять любого артиста и спросить у него этот постоянный вопрос, который все спрашивают, там, как у тебя все начиналось, как ты решил стать артистом? Ну, конечно, с этого надо зрителя познакомить. Ну, да, все начиналось вот со школьной скамьи. В школе в 24-й, в Староскольск, у нас здесь, в Осколе, ну, да. Я староскольец коренной. У нас был кружок театральный, назывался он «Дебют». Вот, и я начал там заниматься, наверное, с класса 5-го. Ходил, у нас не было такого, что конкретно какие-то занятия. Было задание там к Новому году сделать спектакль, который нужно было показывать детям из начальной школы. Что за первый спектакль был? Может, помнишь, первый... роль там была? Да, у меня была смешная роль, и первый спектакль был смешной. Это была «Белоснежка и семь гномов». Я был одним из гномов. Не помню, как его звали. Это были... Ну, мы были взяли самых, короче, пятиклашек, самых мелких. Мы танцевали там, в основном текста практически не было. Вот. Хорошо, ну смотри, начинал с гнома, значит. Да. Вот, дорогие зрители, запомните, так Сергей начинал, да, с гнома. Да. Смотри, бывает, людей как-то приводят, заставляют. Это твоя личная инициатива была? Да. Меня вообще ничего не заставляли, никогда родители, и, может быть, это плохо, может быть, хорошо, не знаю. Допустим, я сейчас жалею о том, что я в детстве не занимался вообще никаким спортом. Потому что потом, там, где-то годам к 18, к 19, мне пришлось заниматься спортом для того, чтобы, ну, как бы физически быть там, готовым ко многому и чувствовать себя более здоровым. Вот. А, может быть, время такое было. Опять-таки, 91-й год, у меня родители работали. Причем я не ходил в детский сад, я сидел дома. 91-й год ты родился или 91-й? 91-й я родился, да. Вот. И у меня папа в полиции, тогда в милиции работал, начальник участковых первого отдела. Был. Скоков-старший. Скоков-старший, да. Вот. Мама у меня всю жизнь работала в торговле, и тогда, в 90-е, она все время ездила в Москву, привозила эти сникерсы, баунти, нутеллу, принглс, вот эти первые, вот это все мы с сестрой. Ну, на тот момент, в общем, ты был, скажем так, кучерявый жених во дворе. Ну, да, да. Вот. И поэтому, в принципе, наверное, родители считали, что... как бы строгость, да, со стороны папы и вот эти вот сладкие пряники со стороны мамы, в принципе, этого достаточно, больше ничем заниматься не надо, не надо. То есть у родителей не было там мысли повести в музыкальную школу, там, отдать на какие-то танцы, этого не было. Потом началось мое детство на студенческом микрорайоне, а потом мы переехали на Конева, на новый город, и вот 24-я школа... Иной мир.
Да, и, ну, да, ну, тогда у нас, вообще, да, у нас, это опять было... же, я все время ссылаюсь на вот наших это, интернет-пользователей. Mm-hmm. У них почему-то Старый Оскол так сильно делится на новый город и старый город. Да, 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 как да. будто это где-то находится. Нет, тогда, тогда это мире. Прям было ну, так. Безусловно. Это, да, да. Потому что были новые дома. Вот. И когда мы переехали, 24-я школа, там, ну, она, я не знаю, как сейчас, я не могу говорить, что там mm-hmm. сейчас 24-й, да, да. Вот. Но на тот момент это была школа, действительно, одна из лучших школ в городе, туда стремились там попасть, и я попал в отличный класс. Вот, моя учительница Белозерская Галина Михайловна, она заслуженный учитель Российской Федерации. Неплохо. Вот, и, в принципе, вся сборка педагогов, это были люди со званиями, допустим, русский и литературу, за что я очень благодарен, у меня преподавала, на секундочку, Лариса Викторовна Бугримова. Вот. Ну, да-да-да. Да, и поэтому, и 24-е это было, знаешь, там, пошел, здесь танцы, здесь, там, вокал. И я сразу, когда пришел в школу, сначала я попал в народный хор. Вот, отсюда началась какая-то вокальная моя деятельность. Uh-huh. Вот, это был какой-то руссконародный хор, женщина на аккордеоне, мы в каких-то uh-huh. русских народных костюмах ездили на какие-то фестивали. Вот, потом это были какие-то танцы, и потом вот театральная студия, в которой я вот был уже до окончания школы. Uh-huh. Вот. Хорошо, смотри, в 96-м году появился Старооскольский театр, ну, понятно, ты этого не помнишь. Я этого и не знал. Да, и не знал. Когда переступил порог вот этого, скажем так, святого в театральном смысле mm-hmm. слова места, и Семен Лосев уже на тот момент, естественно, был режиссером, а вот у зрителя и даже у журналистов немножко складывается такое ощущение, что он такой очень строгий человек, да, и наверняка это было волнительно. А это было случайно, вот, даже это было не волнительно. Тоже история была связанная со школой, был школьный какой-то конкурс городской, где все школы показывали какие-то театральные uh-huh. постановки. Uh-huh. В жюри были два артиста из нашего театра, ныне уже ушедшие из этого театра. Вот. Они просто после того, когда закончился спектакль, они ко мне подошли и говорят, слушай, вот у нас при театре набирает Ярославский театральный институт целевой набор, не хотел бы прийти попробовать. Ну, я так вообще ничего не сказал, такой что-то там покивал головой, и мне дали телефон, говорят, ну, если соберешься, вот номер телефона, позвони, ну, если не позвонишь, то приезжай на Ленина. Ну, а ты уже об этом думал как-то до этого? Да, я думал, но смотри, ко мне подошли, когда я был в 10 классе. Угу. То есть у меня еще впереди 11-й, какие могут быть и показы, потом. Институты, армия, это да. Вот, и я думал, но это было, знаешь, всегда поступление в театральный, сейчас я уже как-то по-другому к этому отношусь, спустя там уже 13 лет в этой профессии, но тогда это казалось, ну, что это нереально, это, да не поступлю я и все. Ну, поехать, попробовать, может быть, и то, опять-таки, решиться, смогу ли я там, знаешь, можно сидеть на диване и говорить, да, я поеду поступать, и потом просто проспать там поезд, не купить билеты, профукать лето. Не повезло, и просто потом, да, не потом, получилось, да, знаешь, да, обстоятельства. Да, что-то, да, по-другому все сложилось. И тут вот такая ситуация, и вот я и мой товарищ Никита, он был 11-классником, я был 10-классником, нам двоим сказали, приходите. Не знаю, почему мы позвонили и записались, вот реально не знаю, я до сих пор сейчас это не помню, это был 2007 год. Мы позвонили, записались, приехали, и как сейчас я помню, это было 11 марта, мы стоим, погода тогда была... Промозглая, вот да, эти вот лужи, точно. Еще да. замерзший лед возле театра. И мы стоим, и я говорю, слушай, может, не пойдем? Я это реально помню. Такое ощущение, как на тренировку по боксу, да? Да, да, а он наоборот, он такой говорит, пойдем, ты че, мы уже приехали, и пойдем. Где он сейчас, Никита? Никита, может быть, вы его знаете, это Никита Скачков. Вот, он работал очень много диджеем в различных сферах у нас в городе. Да. Вот, и на самом деле очень прикольно, Никита, ну, в конечном итоге не стал поступать. Но он тебя затянул, он да, сказал, пойдем. Да, он не стал поступать, и сложилась у него жизнь по-другому. Но самое прикольное в том, что сейчас Никита в Москве работает в театре, в модерне, звукооператором. То есть все равно его жизнь спустя через же, да? 13 лет вернула в театр. И, насколько я знаю, ну, у него хорошая такая актерская природа. Он мог бы стать артистом, если бы захотел и отучился. Он, наверное, где-то снимается. Я думаю, в Москве как бы это модно сниматься. Ладно. Привет, Никит, давай. Да, Никит, привет. Да, ну я думаю, знаешь, он, может быть, снимается в массовке там, в программе Соловьева, допустим. Ну, понятно. Когда показывают. Это же тоже... Ну, не знаю.
Да, сегодня, это тоже сегодня отработал. Да. С этого начинали очень многие известные актеры. Например, вот Старосколец, который на Дом-2 был, как его? А как его? У нас их много было. Ну, вот этот первый сам. Чуев? Вот, Андрей Чуев, он же тоже начинал с таких вот каких-то мини-ролей таких. Но он же не, у него же нет актерского образования, по-моему. Ну, он его приобрел на Доме-2. Ну, там школа вообще такая. Ну, да, да, да. Хорошо. Вопрос к тому, то, что может ли попасть без актерского образования в театре играть человек с улицы, без образования актерского? К сожалению, да. Это мое мнение, к сожалению. Как сейчас... это чаще происходит? Ну, это знаешь, как происходит? Наверное, я не буду сейчас на примере своего театра, а на примере вот других театров, более крупных, потому что у нас такое редко происходит. Вот, и практически не происходит. А бывает такое, режиссеру нужен типаж. Ну, в кино так часто попадают. В кино вообще, там, если в кино это брать, да, это нормально. Многим кажется, что вот сейчас я возьму человека с улицы, это будет лучше. И иногда это реально лучше, но это крайне редко. Это значит, у артиста или артистки, ну, должна быть природа актерская. То есть он должен быть органичным в кадре, то есть, чтобы у зрителя даже не возникал вопрос, что как нет образования. А скажи, а как это возможно в принципе? Вот ты говоришь, природа артиста, актера, вот сцена требует определенной эмоции, да? Может ли человек без профессионального образования выдать то, что требуется? Это зависит от человека и от режиссера. Как он его раскроет, да? Как он его раскроет, насколько человек готов раскрываться, понимаешь? Одного взяли, он пришел, вроде бы прикольный, да, на кастинге. А потом он пришел сниматься, когда его утвердили, и он так, а что тут? Хорошо, я почему задаю вопрос такой, Сергей, смотри, вот моя коллега, она как-то мне говорит, вот одна из твоих коллег, кстати, да, одна из актрис нашего Староскольского театра год училась там, чуть ли там не собачкой быть, там, да, ходить, да, в образ, конечно, да? Да. Это для чего? Это первый вопрос. И второй, а вот человек, вот этот пласт, он вообще просто пропустил, у него этого нет. И что, с улицы пришел, и все равно пошло? Вот ты говоришь, природа. Да, я тебя понял про вопрос. Ну, смотри, первое, ты говоришь про собачку и все такое, для чего это нужно? Это обязаловка, это первый курс, и причем даже собачка, это уже дело второе. А первое дело – это ПФД, память физических действий. Артисты первые полгода, первый семестр, они занимаются тем, что работают с воображаемыми предметами. Они пьют воображаемую воду, они едят воображаемую еду. Но ощущения они должны выдавать. То есть ты открываешь кран, у тебя сейчас там кипяток или холодная вода. Ну, такая, ты сейчас в море входишь, оно какое? 20 градусов или оно зима? То есть это вот эти первые полгода – это такая секта. Любой театральный вуз первые полгода – это секта. И почему, допустим, после первого семестра очень многие ребята уходят сами? Потому что они не вдупляют, зачем это. Потому что любой артист, который артист уже, который прошел эту школу, он все равно где-то в глубине души задает себе вопрос, да, вот это ПФД было, я тогда думал, а зачем это, что за дурка. Но ты это реально понимаешь спустя какой-то... Это и есть школа. Это вот есть, вот это и есть проверка артиста, вера. Вот это вот, то есть ты веришь в предлагаемые обстоятельства, ты веришь в то, что ты делаешь, или ты сейчас прикалываешься? И зритель потом это реально раскусывает. А, да он сейчас прикалывается, он не проживает. Он... Потому что вот этого первого курса нет. А если возвращаться к тому вопросу по поводу кино, то, ну, кино это, я не знаю, кино изнутри, к сожалению, или к счастью, у меня нет какого-то огромного стремления там попасть в кино, но мне кажется, наверное, в кино все по-другому, там же спектакль, вот он идет, и он сегодня, его не остановить, никто не может выйти и сказать, так, стоп, ребята, все, тут лажа, там, ушел, да, ну, такого не может быть в театре, все, билеты куплены, зал продан, артисты вышли, все работают, а кино все-таки, а, ты здесь налажал, давай-ка, иди поспи, да? Иди поспи, завтра ты придешь, если ты завтра это не сделаешь, завтра придет другой дядя и сделает за тебя это. Это то ты, есть, поэтому... ты хочешь сказать, что у тебя нету, да, стремления в кино попасть? То есть некоторые, вот как ты, актеры, не хотят, да, в кино? Подожди секунду. Можно вот сейчас я еще рано, да. Вот мы рано к этой теме подошли очень сильно. Переступил порог, да. И вот мы сейчас говорили об этой, скажем так, начальной стадии, да, веры в то, что ты делаешь. Ты уже пришел с, скажем так, с начальной подготовкой, или все-таки тебе пришлось переучиваться?
Нет, конечно, конечно, не было никакой подготовки, нет. Просто... То есть то, чем ты занимался в школе, это все это детский все, лепет, да? Да, конечно, это детский лепет, и это, ну, это самодеятельность, а это профессиональный театр, это разные вещи, но опять-таки... Ну, был такой, когда ты зашел, и, знаешь, ну, в любом случае ты пришел, все равно у тебя была какая-то уверенность. Более и... свободный. Да. Человек, который да. был в самодеятельности, он более свободный, чем человек, который пришел вообще просто из дома. Хорошо, и вот первая репетиция, там, вторая, Семен Лосев, и ты такой... уверенно начинаешь что-то, значит, изображать, и тут он такой говорит, так, ну это полная фигня, все. Было, нет? Вот так? Да было, конечно. Да, то есть вот с этого все начиналось. Ну нет, начиналось все с поступления в театральный. Поступление — это когда ты приходишь, ты читаешь басни, прозы, стихотворения, ты поешь какую-то песню, ты что-то танцуешь, тебя смотрят, решают, будут тебя брать или нет. Вот идет этот процесс сначала. В этом процессе... Понятное дело, в Москве сложнее, там конкурс больше, а у нас проще, но все равно волнение по-любому присутствует. Опять-таки, здесь уже желание все-таки там, не пройти, прошел, не прошел, а все-таки уже как-то зацепить, как-то понравится желание, чтобы там тебя запомнили. Вот. Ну, подожди, стой секунду, но опять же, вот то, к чему, вот то, о чем мы говорили, разве можно человека... ну, скажем так, определить его талант актерского мастерства по басне. Ну, вот он сейчас прочитал. Я просто слышал эту историю, и меня всегда это удивляло. Разве человек, который умеет хорошо писать стихи, может играть роль другого персонажа? Ну, смотри, какая штука. Тут тоже такое двоякое. Режиссеры, особенно как бы, люди, которые уже очень много повидали в режиссуре, много поставили спектаклей, много работали с артистами, такие мастера, да, будем их называть, они что-то видят сразу. Я не знаю, это какой-то секрет. Как бы, какой секрет и что они видят, это непонятно. Я не знаю, допустим, я не знаю, что видит Семен Михайлович, когда видит человека в первый раз. Реально не знаю. У него есть такая чуйка, да? Да, конечно. Я никогда не, не подходил к нему и не говорил: Семен Михайлович, а что вы вот в нем видите? У нас не было такого разговора. Он что-то видит. Он может, допустим, многие будут против, говорят, да ну нет, давайте его не будем брать, там этот человек не поет, там он не танцует, он там, не знаю, у него плохо с речью. Он скажет, нет, ребята, его надо взять попробовать. Вот. А часто бывает, и я сейчас просто на примере и нашего театра, и на примере театрального института ЕГТИ, потому что было пару раз, когда я присутствовал на поступлении ребят. И, допустим, это иногда происходит так. Когда это идет первый, это же несколько туров, когда это самая первая сборка, когда их приходит очень много, там идет уже такая штука. Так, выходишь, ага, ну почитай. Всех посмотрели, 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 10 человек посмотрели, все вышли, они говорят, слушай, ну вот Костя, он высокий, давайте его пока пропустим. Вот потому что он высокий, я пока не понимаю, какой он может быть и никакой, но он высокий. А, то есть давай это пропустим. Тоже играет какую-то роль, безусловно. Да? Или, допустим, а вот этот маленький, да, допустим, давай тоже возьмем, а вдруг он, ну вот, вдруг вот нам надо будет. Точно. Вот, то есть идет какая-то такая штука, а вот эта девочка там, она очень красивая. Она, мне кажется, очень какая-то вот классный у нее там профиль, я не знаю. Ну, то есть мы сейчас говорим о какой-то сумме определенных обстоятельств, да, и вкусовщине, да, определенных. Конечно, в каком-то смысле, да? Это понимаешь, это разговор к тому по поводу поступления. Почему некоторые великие, величайшие артисты поступали с третьего, с четвертого раза? Да, возьмем там Инну Михайловну Чурикову, которую просто говорили там, пошла вон, и вообще ты никогда не будешь актрисой на одном, на втором, третьем. Она просто не бросала это дело, и в конечном итоге она попала к тому человеку, которому она должна была попасть, и который раскрыл ее, и у нее сложилась судьба. То есть, ну, наша актерская профессия — это удача во многом. Это вот сегодня получилось, не получилось, и не факт, что если сегодня не получилось, не получится завтра. Эх, как мне все это понятно и близко. Хорошо, Сергей, смотри, опять же, ковырялся в твоей биографии. Первая серьезная роль. Угу. «Вешние воды», правильно я понимаю? Да, если брать прям вот, как ты говоришь, серьезное, да. Да, вот как это произошло, расскажи нам, вот я уверен, что у тебя отпечатался этот эпизод в памяти. То есть. Это было на удивление, мы поступили в институт, начали учиться, это был первый семестр, как раз таки мы делали воображаемые предметы, делали собачек, кошечек и всех остальных. И, понятное дело, любой мастер, режиссер, он уже задумывается о том, какие будут дипломные спектакли. Да, у каждого курса должны быть дипломные спектакли. И он тогда подошел ко мне еще к одной актрисе и сказал, что, ребят, вот у вас будут на будущее
это не сейчас, это может быть этого никогда не будет, но до будущего, вот, знаете, есть вот Тургенев, есть его повесть «Вешние воды», вот я бы хотел бы попробовать, вот вас там на Дмитрия Санина, вот, понятное дело, и все, как бы разговор на этом закончился, мы дальше пошли делать собачек и делать воображаемые предметы, но уже, как бы, нам сказали, что возможно, если вы будете хорошо развиваться, то все может быть. Вот, и потом, наверное, с курса второго мы что-то начинали пробовать, какие-то этюды, какие-то кусочки, отрывки, сцены. И в конечном итоге эта работа вышла, да, это была моя дипломная работа, этот спектакль вышел, он шел, потом нас закрыли на ремонт, он, конечно, перестал идти. И сейчас вот мы, когда вернулись в театр, он вновь возобновился, ну, вот, он идет до сих пор. Сложная подготовка, скажи, пожалуйста, скажем так, закадровая, театральная, вот. Нас, естественно, интересует внутренняя кухня. Как это происходит? Тебе выдают текст, ты его начинаешь начитывать, что-то черкать. И вот это творческий процесс? Как это происходит? Это сложный процесс. Это мне всегда, знаешь, у меня есть такая... Всегда прикалывает очень, и потом вернусь к этому вопросу. Да. Меня всегда прикалывает, когда там дали первый звонок, да, дали второй звонок, и задерживается третий. Ты такой сидишь, ждешь выхода, и зрители... начинают уже неистовать, потому что там либо жарко это лето, либо они уже понимают, что они не успеют к любимому сериалу, потому что спектакль 2,5 часа идет, или еще что-то. И я так всегда говорю, господи, думаю, неужели они думают, что если они сейчас похлопают, дадут третий звонок? Они понимают, что это огромная цепочка людей, что это вообще, это просто механизм такая такой, передача, да? Это огромная работа, огромный механизм, это либо зрители еще не все сели, это какая-то возникла проблема, или это там, не знаю, сгорел фонарь. Сейчас вот прям вот во время второго звонка, или пульт завис, или это какая-то актриса опаздывает на спектакль, или... Ну это все что угодно может быть, кто-то не успевает прическу сделать, кому-то платье сожгли. Особенно если ты, наверное, в региональном театре играешь, это все что угодно, это опять-таки, это огромная команда, тем более сейчас, так как в театре кому-то огромное количество... Кому-то платье сожгли. А? Кому-то платье сожгли. Ну, такое тоже бывает, конечно, а как, платье. Вот. Мы же все люди, кто-то может забыть утюг там из костюмера, все бывает. Нет, Дима сейчас намекает на то, что, возможно, какая-то такая нездоровая конкуренция. А, нет, такого, надеюсь, что нет, хочется в это верить. Вот. Ой, утюг. Да, лег случайно. Вот, и поэтому это какой-то сейчас в связи с тем, что очень много механизмов в театре, именно технических, вот этих подъемников, это огромное количество людей, огромное количество монтировщиков. Понимаешь, кто-то пошел покурить, не слышит, что уже два звонка. То есть это, ну, это такая штука. И что, возвращаясь к твоему вопросу по поводу спектакля, это то же самое, это вообще просто, это... Очень сложный механизм. Ну хорошо, вот я сейчас представлю Сергея Скокова, я думаю, зритель примерно точно так же представляет. Reach the text, то есть дали текст ему, правильно, да, почитать, и ты такой дома сел, ну или может быть потом на работе, я не знаю, ну и дома тоже ж наверняка интересно, да, начал читать, там, не та эмоция, вот сейчас тут вот не то, а как-то вот так должно быть, вот это так происходит, нет? Ну, что-то. Вот мне не нравится это слово, я его здесь вычеркну. У всех ты можешь вот взять, вычеркнуть слово там, допустим? Ну смотри. Блин. А потом Семен Михайлович скажет, нет, Сереж, ты верни вот это то, что здесь было на место. Это смотри, это у всех по-разному. Вот есть артисты, которые работают над ролью дома. Есть такие, которые не работают, и это не есть... Понятное дело, все должны работать. По-хорошему, надо всем работать дома. Но это не значит, что, ага, ты поработал дома, и у тебя все завтра утром получилось. А он не поработал, а у него не получилось. Может быть, и наоборот. Ну да, талантливый поэтому, уже. Ну и даже не в этом дело. Ну, да. Во многих каких-то факторах. Поэтому нет, это происходит так. Режиссер говорит, вот будет такая постановка. Он ее задумывает. Понятное дело, это его процесс, который мы не знаем, сколько он был. Может быть, он 10 лет вынашивал эту пьесу, хотел поставить, или там меньше. Потом, да, вот буду делать. Сразу у него распределение есть ролей или не сразу? Это тоже вопрос. Бывает такое, что бывают пробы на роли. Бывает, допустим, поставили тебя, меня, но сказали, вот Костю мы утверждаем, а ты, возможно, под вопросом, если у тебя получится, будешь вместе с Костей в дубль. Удар по самолюбию сразу. Ну да. Ну, не знаю. Ну как, ну я не верю в то, что в вашей профессии нет тщеславия. Очень много тщеславия, да. А как? А как его не может? Ну, его не может не быть.
Потому что, ну, ты же выходишь зачем-то, ты же выходишь на сцену для того, чтобы, я не знаю, произошел какой-то обмен с энергией со зрителем. Ты же от этого кайфуешь. Ну, тебе... мне кажется, это тоже нужно уловить, состояние да. кайфа. Бывает такое, что тебе там сложно или легко дается роль, это тоже кайф. Бывает, допустим, наоборот, тяжелое рождение роли, оно может быть, потом вспоминаешь его, круто, да, мне так было тяжело, и поэтому класс. А бывает такое, а как вы вот это сыграли? Да вот так вот, пух, и все, и сыграл. И как-то вообще даже не помню, как это было. И поэтому, когда раздаются роли, как они раздаются, то есть вывешивается список, вывешивается приказ о распределении ролей. Нас всех собирают, сначала режиссер читает пьесу, сам полностью от начала до конца, нам на слух, чтобы мы знаем, не знаем пьесу, там, ну, чтобы мы ее услышали на слух режиссера. А потом уже на следующий день начинаем пробовать уже, такой у нас называется в театре, застольный период, когда артисты сидят за столом, они не ходят, они не двигаются, они сидят с текстами, и они разбираются, там, взаимоотношения, у кого что, про что будем играть, зачем будем играть. Это долгий период. Иногда он бывает недолгий, иногда он бывает очень долгий. То есть это тоже зависит от нового. Слушай, а у вас же круглый год же идут спектакли, ты играешь. Ну, кроме отпуска. Кроме отпуска, ну, отпуск ты дома находишься. А когда вы в процессе, ты вечером играешь один спектакль, а завтра приходишь вообще другую роль на будущий да. спектакль. Вот так все вот происходит, конечно, да? Конечно, конечно. Ну, Дима хочет спросить, скажи мне, как загружается твоя память? Да, не сбивает. Специфика работы. Вот это тоже наверняка всех интересует. Это же огромное количество информации нужно держать в голове. Ну да. Ну, это часто спрашивают, как вы учите текст. Я говорю, если бы вы репетировали столько часов, сколько я, вы бы тоже выучили. Я всегда так говорю. Это от... это работа. Это, то есть, это нет такого, что я такой на первую репетицию пришел, так, я знаю всю пьесу, я все, я готов. Я конечно, вчера прочитал, нет. да? Я нет. читал еще в школе а эту пьесу. А как вам роли дают похожие? Или, допустим, ты вечером играешь там одного персонажа, а завтра тебе абсолютно противоположно. Или все-таки пытаются подбирать роль, чтобы были похожи в разных спектаклях. Это бывает по-разному, и у каждого артиста это индивидуально, но скажу за себя, я рад, что у меня нет такого вот амплуа, как вот в театре есть там. Ты вот будешь играть вот это, вот ну, все. Чтобы понятно было, как Саша Петров, он везде Саша Петров, полицейский. Да, да, да. Не-не-не, я думаю, ты говоришь о другом. Ты сейчас говоришь о том, что есть типажные актеры, которые однажды сыграл в какого-нибудь спецназовца, всю жизнь будут да, спецназовца, ну, вот, да, и другого выбора нет. Да. Все-таки Саша Петров его на разные роли бросает. Нет, да но получается бросает, все равно почему-то Саша Петров. Да. К сожалению, но... часть, не я к нему все-таки отношусь... мягче, чем вы, наверное, и я тоже. Нет, и я тоже. Я считаю, что он талантливый актер. И я тоже считаю, да. безусловно. Ну, вот. Просто он везде. Нет, просто это тоже зависит, понимаешь. У меня есть такая штука. Мне дают какую-то роль новую, там, а до этого было там 10 каких-то. Я такой беру и думаю, так. Ну, здесь вот точка соприкосновения у меня с тем персонажем есть, здесь с этим. И я всегда хочу уйти от того, что я делал. От стереотипа. Потому что это мне кажется, это, в этом и есть класс профессии, чтобы зрители приходили и говорили, блин, ну слушай, ну это вообще, ну как. Сколько всего нового было, да? Ну не ожидали, что вот это может быть, вот, что он может быть таким. Потому что, ну, не знаю, я как бы насчет себя могу сказать, что я характерный артист, безусловно, потому что, ну, как бы, вот, фактура такая. То есть я не считаю себя героем, никогда я им не считал, хотя и героев играл. Но я характерный артист и пытаюсь как-то всегда, ну, в новой роли найти что-то другое. Может быть, это будет, я не знаю, даже там какая-то другая походка. Это ты начинаешь копаться вот в персонаже, вот, какой он. А бывает он? Такое, когда ты приходишь с утра и говоришь, Семен Михайлович, а я не буду это играть. Я вот, вы знаете, я прощупал своего персонажа. Это не мое. Ну, у меня такой случай был один раз, но это было не потому, что это не мое, а такое было. Вот, скажу об этом коротко, закончилось это не очень хорошо. А, то есть так не надо делать актеру? Почему? Как бы здесь, ну, ты знаешь, есть личность. То есть я считаю, что, ну, это мое мнение, я считаю, что человек не должен себя насиловать. И все. Ну, это вот в любом. Ну, не, если ты себя насилуешь, значит, ты это делаешь во имя чего-то. То есть, значит, ты... я себя насилую для того, чтобы вот это, вот это. А зачем себя насиловать, если... как бы и ничего. Поэтому... нет, но так нельзя делать.
реально. Как бы, особенно молодым артистам так нельзя делать. Потому что ты это не скажешь нет. Это этически неправильно. То есть я поступил этически неправильно. Я вышел из спектакля за 2 недели до премьеры. То есть, понимаешь, я подставил, подвел команду, подставил, ну, многое-многое. Это большая работа. Нет, я имею в виду на начальном этапе, когда вы только распределили роли, в принципе, это возможно? Ну, это... Или будет вот так, режиссер обидится, скажет, ага, хорошо, глянь, отказал, дал другому. И да. Тут два варианта. Либо он скажет тебе, что, слышь, дружище, ты здесь деньги получаешь, да? Угу. Либо он скажет, ладно, хорошо, но внутри будет вот это вот какая-то... Конечно, будет внутри. Какой-то червячок такой, да? Конечно. Это будет потом проявляться, и, может быть, это будет долго проявляться. Но, опять-таки, все же люди разные. Кому-то отношение такое, кому-то другое отношение. Не, мы сейчас приходим к тому, что режиссер — это всегда диктатор. Конечно. Отлично. А когда ты режиссура... отказался, на тебя санкции наложили, когда за 2 недели ты открыл? Да. Да? Да. Что было? Кусок зарплаты отрезали. Я думаю, просто запретили, знаешь, сказали, так, все, теперь ты еще 2 недели вообще тогда не приходи сюда. Сергей, смотри, ну, масштабно, царь Федор Иоаннович, это наверняка было отчасти неожиданно, ну, как и в интервью написано, да, вот ты как-то давал интервью. С другой стороны, ну, это вызов, наверное, какой-то был. Себе? Или кому? Ну, конечно. Но это было... Ну, сейчас, я так могу сказать, уже сидя вот здесь на диване, не зная, что будет со мной завтра, не зная, что со мной будет через год, два, через десять. Ну, смотри, 10. Как ты интервью дашь, вот, этому завтра, ну, пока. Да. Нет, ну, жизнь не заканчивается, она же, дай бог, идет. Самое главное, чтобы все были здоровы. Я думаю, обязательно. Вот. Я могу сказать, что, наверное, даже спустя лет... 10-15, я буду говорить о том, что эта роль лучшая в моей карьере. Это лучший материал. Я сейчас на данный момент себе не могу представить, что может перекрыть эту роль. Это есть такие роли, которые ты думаешь, а, блин, зачем мне ее дали? Это же как бы это все. А что дальше будет? Вот она вот, наверное, из таких. Но я могу сказать за себя, что я на ней... Очень вырос. Я вырос как артист, вырос как человек, вырос, ну, по многим пунктам. Я стал по-другому чуть-чуть понимать профессию, я стал, ну, ко многому по-другому относиться. Ну, она меня просто вот как-то перевернула, но опять-таки, возвращаясь там, я как-то сказал по поводу того, что есть такое, я там рождал эту роль, там так мне было тяжело. Мне было безумно легко. Мне было так кайфово, у меня было ощущение, я помню, это было каре, прекрасное наше страшное каре на Макаренко 1, в котором мы сидели 3 года, пока делали ремонт, ко мне подошел Семен Михайлович и сказал, вот, я бы хотел, я знал, что когда он приехал в Старый Оскол в нулевых, он хотел это делать и даже пробовал. Ну, не хочу называть артиста, который... Да не важно. Вот, да. Артиста, которые там были, часть из них ушла уже, часть осталась. Севастопольцы. Да. Он хотел делать, хотел пробовать, но что-то не пошло тогда. Вот. А тут он говорит, все, нам надо это делать, надо пробовать. Вы можете это сыграть, можете попробовать. Но я скажу, может быть, многие не знают, я начинал эту репетировать роль не один. Я начинал играть ее в дубль. Эту роль. И причем, вот расскажу такую историю, у нас такой сегодня откровенный разговор, вот, ко мне подошел Семен Михайлович, сказал это, я пришел домой к жене, жена моя актриса тоже, я ей говорю, слушай, Марин, говорю, прикинь, царь Федор, вот, вообще, как жить теперь, и как вообще, и зачем, и как, я не знаю. Ну, я спать. Вот просто к чему, да, можно я сейчас маленькую ремарочку? Сложная работа, ты наверняка сразу понимал, что придется потрудиться. Не все готовы брать на себя такую ответственность, и потому что ведь, ну, бывают же провалы, не без этого, да. И ты осознавал, на что ты шел? Ну, тут дело было не о провале, а тут было... Мне, когда мне сказали, я думал, да не, ну, не будет этого. Ты знаешь, когда там ты получишь Оскара, да ну нафиг. Тэфи. Ну да, у нас, еще что-то. Да. Вот. То есть не будет этого. Мне так сказалось, я думаю, ну сейчас порепетируем, как бы это все бросится, что-то не получится, что-то не пойдет, и все. И я когда пришел домой, я говорю, слушай, я вот сейчас вот думаю, а если это получится, если это не получится, плохо. Получится тоже плохо, потому что я понимаю, что, а вдруг вот прям получится,
А дальше я что буду делать? А куда, вот, ну как, куда мне двигаться, какое направление? То есть, что мне делать дальше? Я говорю, слушай, я хочу играть эту роль с кем-то в пару. Говорю, чтобы чуть-чуть смотреть со стороны, как, что, какие-то ошибки. Говорю, мне будет, наверное, легче, проще, все-таки в пару будет два Федора в театре. Вот, я это так сказал. Причем, почему я сказал в пару, потому что до этого повезло или не повезло, не знаю, но, наверное, для себя, как для актера, конечно, повезло, я не играю в дубль в театре. Это круто. То есть, я не из тех артистов, кто играет дубль. То есть, меня, если ставят даже на эпизод, я играю всегда один. Угу. Вот, то есть, мне как-то так с этим фартануло. Вот. И я прихожу утром на репетицию, и мне Семен Михайлович говорит, ну, вы знаете, вы будете не один. Я такой думаю... Слушай, я только ночью про это вот подумал, и это действительно. И мы начинали репетировать с артистом, с очень хорошим. Да можно не называть фамилию просто, но он из нашего театра. Он, да почему не называть? Пусть он, да. Вот, он посмотрит, почему ему приятно. Это Коля Шесток, он приехал из Риги, из Рижского театра. Три сезона он прослужил в нашем театре, к сожалению, ушел. Опять, причины ухода у всех всегда свои, и они разные, и непонятные. Или понятный, не знаю. Вот. Но мы начинали с ним репетировать вместе. Что-то у него лучше получалось, что-то у меня. Но потом какой-то наступил момент, когда я стал репетировать один. Коля как-то стал реже что-то там, реже читать. И я уже такой думаю, что-то Коля задумал. Наверное, он собрался уходить. Спрыгнуть. То есть, как бы, вот что-то он решил, наверное, уйти из театра, и поэтому, как бы, наверное, уже не репетирует. И я так скажу, когда вот по поводу легкости, почему я говорю, мне было легко, роль для меня была близкая, не репетировать было легко, репетировать было сложно, а роль была близкая, потому что когда я прочел пьесу, а прочел ее второй раз, потому что первый раз я ее читал когда-то в студенчестве, и как-то, понятное дело, как мы очень много читаем в студенчестве, вот так вот, тут я такой сел, один, закрылся, начал читать. Меня потрясла пьеса, просто. Она меня пробрала так, я уже на втором акте, я рыдал, я как будто, я не знаю, как будто фильм посмотрел, прочитав эту пьесу. У меня вот так вот это, и все, я понял, что я сейчас ее схвачу крепко и вообще никуда не отпущу, никому ее не отдам, я ее сделаю. И я начал репетировать. Понятное дело, были какие-то моменты, что-то не получалось. Даже, наверное, Ну, смотри, персонаж своеобразный очень, да? Опять же, если мы... берем и саму постановку, и саму пьесу, и самого царя. Отчасти блаженный человек. Угу. Таких персонажей, мне кажется, непросто играть. Угу. А ты говоришь, что близкий. Ну, давай так, ладно. Так скажу. Там же все так на эмоциях. Начинается все, все-таки, допустим, была такая там фраза, да, у Шуйского, он святой. Такая ключевая фраза, да, понятное дело, из истории мы знаем, что там было вот это, что он такой. А ты изучал, естественно, исторический материал? Я занимался с учителем по истории, да. Блин, вот. Потому что, опять-таки, почему занимался? Потому что в школе, сам знаешь, то есть Иван Грозный — это 6 класс, какая там история, что-то я там помню. Я помню, что Иван Грозный плохой, и все. А что он сделал, все такое, сложно. А тут нужно было чуть-чуть это все раскрутить, опять-таки, чтобы мне было легче. Вот, и на самом деле очень много он очень собирательный такой образ, говорить о том, что как некоторые после спектакля там, или вообще когда там много же спектаклей великих было, говорили, что да, вот он больной. Ну как человек может быть больным, который в 5 лет каллиграфический почерк имел? Это вопрос, опять-таки. То есть больной, да не совсем. То есть он там уже на лошади там в 7, понимаешь, там хорошо, крепко. Но он был слаб здоровьем, и вот эта болезнь, которая там часто упоминается в русской литературе, падучая, да, наверное, как, насколько я это понимаю, это типа... Эпилепсия. Эпилепсия, да, вот. То есть человек, у которого бывают приступы, опять-таки приступы от чего? От того, что он, наверное, доводит себя до какого-то... состояние такого, или, может быть, это просто случается неожиданно, вот. И человека сажают на трон, в принципе, против его воли. Но в то же время, наверное, почему святой? Ключевая какая-то для меня была штука, все-таки вера в Бога. Не могу сказать сейчас так вот, вот на все услышание, что я суперверующий человек, но, по крайней мере, сейчас, вот так, как сейчас идет такая вот жизнь, да, мои дети крещеные, да, сейчас очень модно не крестить детей. То есть, как бы, я
все-таки православный человек. Тебе понятна логика христианина, его поступки. Да, мне понятна логика христианина, и поэтому мне было вот в этом проще. Я понимал, что вот по канонам Господа Бога он поступает вот так, он по-другому не может. Он не может жить по другим законам, по законам там власти и чего-то такого. И поэтому мне было это понятно, и, ну, не знаю. Потом просто, знаешь, как вот это вот растормошить себя, это бывает такое, ты раз себя тряханешь, и потом оно будет легче и проще. То есть ты уже будешь чувствовать, что, ага, есть какие-то внутренние точки. Ну, не знаю, я всегда говорил, чем я буду искреннее в этой роли. Вот ощущение такое вот без одежды, без кожи. Человек без кожи. То есть вот искренность... Это очень сложно. Да, это очень сложно. То есть быть вот таким, сегодня я вот такой. Поэтому я сейчас усну. Поэтому я считаю, что у меня получается... Ну, смотри, была премьера, а ты... уже на тот момент опытным актером являлся. Угу. И наверняка же было волнение какое-то определенное. И когда все закончилось, вышел, почувствовал, что получилось. Я не имею в виду сейчас, опять же, те аплодисменты, то, о чем мы говорили. Все-таки у нас очень много людей, которые, ну, скажем так, не совсем профессиональные. Поэтому я думаю, эти слова, они тебе ни о чем не должны говорить. Ну, получилось. Думаю, что получилось. Опять-таки, меня всегда радует, когда есть какое-то двойное мнение. Я знаю людей, которым спектакль не понравился. Нет, ты сам как тогда себя почувствовал? Круто. Вот я Хит Леджер, да? Ну, нет, Хит Леджер нет. Но я почувствовал, что это все позади. Сейчас все наслаждение, уже работа. И я все равно любой артист, ты понимаешь, допустим, сегодня что-то спектакль не пошел там. Особенно премьера, как зритель ее воспримет, да, там. А думаешь, а вот сегодня... Это даже зависит, это многие думают, зрители. Ой, мы так громко хлопали, наверное, артисты скажут, что спектакль получился. Да нет, это артисты очень чувствуют это. Это чувствуется... Я надеюсь, ваши зрители окажутся нашими зрителями и услышат как раз-таки. Да, да, они реально чувствуют. Артисты выходят, они понимают, так, сегодня что-то... Надо сейчас, ребят, сдвинуть сцену, что-то сегодня как-то это... Что-то сегодня здесь не смеялись вообще нифига. А что-то, ну, как бы... Это все идет спектакль, ты приходишь в гримерку, идет какой-то... Все равно у тебя идет, как вот в футболе, ты отыграл, да, и потом думаешь, а, нет, надо вот так, вот так, вот так вот. То есть это по-любому есть. Ну, смотри, как, по-моему, даже Хабенский, да, в интервью говорил, что... Закончился спектакль, и они там что-то минуту молчали, додумывали, потом только хлопать начинали, и он говорит, и я понял, что типа успех. Mm-hmm. Вот ты про это имел в виду? И это такое есть, бывает, это по-разному бывает. Бывает, зрители вообще весь спектакль молчат, потом как бабахнут, а бывает там весь спектакль, а потом в конце. Понимаешь, бывает и такое, то есть это зависит и от спектакля, и от состояния артистов на сегодняшний день, и от состояния зрителей на сегодняшний день, которые пришли. Хорошо, вот ты как-то говорил о метафизике, да, взаимоотношения со зрителем, да, а вот метафизика взаимоотношения с персонажем, вот если мы говорим о Федоре Иоанновиче, все-таки понятно, что вы ходите из образа, но ведь... Все равно вот этот опыт, знания, да, и то, что ты пережил кусочек жизни этого человека, пускай написанный автором, да, который там через 500 лет все-таки это все начеркал, но это как-то все-таки где-то остается в глубине что-то. Вот я кусочек от этого оставил, я кусочек от этого, и вот твоя личность в итоге, она складывается из тех персонажей, которых ты играл. Ну, хороший вопрос. Ну, да, наверное, ты прав. Если говорить про какой-то пазл потом... Нет, ну ты всегда все равно будешь собой, безусловно, как бы мы не хотели. Может быть, я бы и хотел бы во многом где-то в каких-то моментах быть там, как Федор, да, быть более мягче, потому что я не очень мягкий человек в жизни. Быть более каким-то, не знаю, не буду говорить блаженным, но быть более по отношению к людям даже более. Но, опять-таки, это же не мешает мне, если я там сегодня наорал, там дома на всех пришел играть Федора, мне не мешает сыграть. Понятное дело, мне будет сложнее. Если я приду в другом качестве, да, допустим, есть такие роли у многих артистов, это не важно, главное, не главное, просто она по сложности, да, есть роли, когда ты, допустим, утром просыпаешься, такой, так, сегодня этот спектакль, так, вот, сегодня вот такой день. То есть ты понимаешь, у тебя какой-то определенный ритуал в этот день. Там, допустим, я, когда идет царь Федор, у меня знают все мои родные и близкие, мне никто не звонит.
Ну, актеры суеверные, да? Нет, это не примета, это просто меня это собьет. То есть, ну, мне нельзя там позвонить маме, мама не может мне позвонить, сказать, слушай, надо картошку сажать вот в воскресенье. Она знает, что сегодня царь Федор, она не будет, будет звонить. Идет подготовка такая эмоциональная, она знает, что да? Я просто, ну, идет накопительный какой-то процесс, я себя вот сегодня берегу. Угу. Хорошо, ну, Сергей, смотри, вот это точно я, а вот это приобретенное. Угу. Вот ты это на 100% знаешь. Ну, может быть, не на 100, но намного. То есть я к чему просто говорю, опять же, понятно, что мы все ведем какие-то социальные роли, да, у вас еще и плюс работа такая. То есть вот может быть такое, где ты, допустим, в ситуации какого-то конфликта, да, вот играешь Сашу, доигрываешь где-то, да, и, а потом в голове где-то ловишь, а вот ты глянь, я сегодня, а я же доиграл все-таки, да? Нет. Не пользуешься, короче. Это знаешь, когда у меня бывает, когда я смотрю что-нибудь по телеку и могу проиграть с кем-то что-то, такой думаю, вот, а я бы вот хорошо он сделал. Или наоборот, я бы как-то это, я бы... То есть это идет, когда, допустим, почему артисту надо читать, смотреть очень много там, не обязательно, вот мы сейчас говорим, допустим, я не знаю, там, кинематограф вот последний, потому что идеально нет на это времени, может быть, моя дочь подрастет, у меня будет больше времени смотреть что-то. Ну и он очень выборочно, если кто-то что-то прям посоветует, кто-то из таких людей, которым я доверяю, я посмотрю. А вот так вот, знаешь, из серии, так, о, Кинопоиск, 7,8, ну-ка давай, там я сейчас посмотрю. Нет, потому что мне очень часто было, я включаю, такой думаю, так, ребят, еще 5 минут у вас есть? Ага, нет. И очень часто у нас вечер там просмотра кино с женой сводится к тому, что через 15-20 минут мы включаем еще что-то, еще выключаем, потом такие, а, ну все, завтра рано вставать, дочка проснется рано, все, идем спать. Ну, зато три фильма. Слушай, ну опять же, вот такой вопрос. А может быть, это все-таки некий снобизм профессиональный? Знаешь, когда... Может быть. Вот, да. Играть. Вот можно сейчас, вот, скажем так, вульгарно объяснить и нам, и зрителю, как определяется профессионализм. Ты говоришь, я включил кино, через 20 минут выключил. И например, вот. К примеру. Да, нам нужен такой пример, чтобы было всем понятно. Фильм, ну вот, например. Он сыграл плохо, вот этот актер или этот фильм. Мне не понравилось. Почему? О, хорошо, давайте так. Давайте из того, что я последний раз посмотрел. Давай, отлично. Это будет проще. А можно, давай мы тебе зададим такую задачку, тогда это будет интереснее, а ты попробуешь оценить. Вот сейчас, по-моему, фильм. Джокер произвел некий такой фурор, да? Ну, да. Но мы его смотрели как зрители, да? Мы я его не видел. Не смотрел. Давай, хорошо, меняем. Хита Леджера в роли Джокера смотрел? Ну, это было давно очень. Ну, ладно. Хорошо, ну, ладно, тогда Джокера убираем. Скажи, что ты смотрел. Давайте просто проще, я объясню, что я смотрю, наверное, что-то, что, допустим... Мне это понравилось у кого-то, да, и потом, поэтому я так начну. Мне безумно был период, я вообще не смотрю сериалы, это не моя тема, причем есть огромное количество там сериалов, которые говорят, блин, их надо посмотреть, там классный, там, это «Черное зеркало», да. «Молодой папа», вот я «Молодой папа», пытаюсь смотреть. Ну, «Черное зеркало», несколько серий посмотрел, да, здорово, но я не тот человек, который прям сядет и будет смотреть, ну-ка, у меня сегодня «Черное зеркало». Солидарен. Вот, я... подсел в свое время на сериал «Урсуляка. Тихий Дон». Угу. Это последний «Тихий Дон», который вышел. А «Урсуляк» — это очень известный, да, кстати, режиссер. Вот. 12, что ли, серий. Но я не знаю, я пересмотрел этот сериал уже 3 раза. Угу. Причем у меня бывает такое, что я понимаю, что мне нужна какая-то подпитка. Я хочу вот этот сейчас сериал еще раз посмотреть какие-то моменты, потому что они мне как-то вот что-то мне дают. Вот. И потом был период, когда я смотрел «Урсуляка», то есть мне был интересен режиссер, да? Как у меня была история со Звягинцевым, то есть я практически все фильмы Звягинцева посмотрел. Ну, тебе нравится? Что-то да, что-то нет. Опять-таки, бывает в фильме, ну, вообще сцена, а бывает, как бы, да и как бы... Ну, вот как нам, понимаешь, вот можно, вот есть же приемы актерские. Но мне кажется, что, наверное, в первую очередь, это вообще дело вкуса каждого человека, понимаешь? Тебе нравится вот это, а мне нравится вот это. Ну, да. Допустим, я очень редко с кем-то общаюсь по поводу того, что мне что-то понравилось. Потому что часто, что мне нравится, все говорят, что... Вот это тебе нравится. То есть, и я вот этого уже боюсь. То есть я обычно мне спрашивают, ну, твой любимый фильм. Я думаю, господи, лучше ничего, я лучше промолчу, потому что кто-то сейчас скажет, ты что. Твой любимый фильм?
Ну, я люблю советское кино. Ну, давайте «Любовь и голуби» пусть будут. Ну, это мой любимый фильм. А я не понимаю, из советского кино. Честно тебе сказать, вот я этот фильм посмотрел уже в очень сильно осознанном возрасте. Я скажу тебе так, в районе тридцатки. То есть не так давно, на самом деле. И мне всю жизнь говорили, да вот же это вот, великое кино, «Любовь и голуби», «Любовь и голуби». Я думаю, я, наверное, что-то вот пропустил в своей жизни такое, и мне нужно это добрать. Да, рано или поздно я должен... Но мне, честно сказать, во-первых, мне никогда не нравилось название. Это тоже для меня почему-то играет роль, да? И я посмотрел, и... Ну да, в чем, собственно, кайф? Ну в чем? Ну мне кажется... А у тебя советский фильм какой любимый? Вот такой, чтобы... Я тебе так скажу. Давай проще. Вот есть Шукшин. Это писатель... Бытовой, крестьянский, да, это же крестьянская проза, да, вот у него есть «Калина красная». И я прекрасно понимаю, о чем это. То есть это жизнь обычного человека, вот она показана просто, да, человека со своей судьбой, но там, ну, крестьянская проза, в общем, да. А «Любовь и голуби», то есть это вообще как понять? То есть это тоже крестьянская какая-то проза, где все достаточно понятно. То есть если мы говорим о Звягинцеве, да, или там условно о Тарковском, да, там, то есть... Философия, второе, третье дно какое-то. А «Любовь и голуби», ну? Ну, это ты знаешь, опять-таки, если человеку не нравится советское кино, ты нет, ему... мне хоть... нравится советское кино. Я считаю, это... Нет, я не про тебя говорю, вообще, в принципе. То есть, если человеку там, знаешь, кто-нибудь посмотрит, там, «Москва слезам не верит», скажет, ну, зафига им там «Оскара» дали. Там, а зачем мы номинировались, да, то есть здесь такая штука, опять, нравится, не нравится, допустим, мне нравится, там крутые артисты, там классные сцены, это была один сцена про вот эту вот сучка крашеная, это был просто мой номер на стуле в деревне, я обожал просто этот эпизод, я люблю Гурченко, я люблю артистов, которые там снимаются, люблю Михайлова, я смотрю и понимаю, что они настоящие, они реальные, я сейчас просто представляю себе, взять сейчас и сделать ремейк, он просто сольется в унитаз, сейчас взять там артистов, вот которые сейчас, хорошая они, идея. Они просто, ну, они... Это как, невозможно, они да? Они не сделают. Потому что никакой вот сколько... Делали же ремейки, там, «Ирония судьбы», это же просто ужас. Мне там, кажется, и в Голливуде то же самое, роман, ни одного нормального идет ремейка. Какие-то ремейки. Мне кажется, это советское кино, оно было, есть, и оно осталось вот на том высоком уровне, которое и есть. Просто кому-то оно нравится, кому-то не нравится. Да, ну хорошо, есть, вот смотри, вот мы берем «Любовь и голуби», вот ты меня втянул в этот разговор, мне это интересно просто, давай. Да? Вот ты мне задал вопрос, твой любимый фильм, несложно, честно сказать, его... скажем так, вычленить, выделить как любимая книга или там любимая музыкальная группа. Ну вот давай возьмем с тобой пример хорошего кино, да? Вот возьмем с тобой «Остров» Лунгина. Конечно. Ну это классное кино. Классное. Вот там мне понятно. Сложные роли. Сама тема непростая такая. И вот этот холод, я его ощущаю. Я вижу художественные приемы, да? «Любовь и голуби» в этом смысле... Но это разные жанры, ты чего? Да я согласен с тобой. Просто вот этот «ах» и «ох», он же вот, мне кажется, знаешь, вот как Тарковский, да, там, «Звук ветра». Вот как этот сказал, я уже не помню кто, я не видел ничего красивее, чем как вода льется по кафелю. И я вот тут понимаю, в чем кайф. Вот это ностальгия. Я не супер там фанат Тарковского, да, но я вот понимаю вот эти вот фишечки. А там вот эти фишечки, они где? Там актерская работа. Да? Там, я думаю, что в большей степени, там гениальный Юрский. Там, он, там и не нужно никаких фишечек. Это сейчас людям нужны какие-то... Это такой классный фильм, который ты включаешь, и все его наизусть знают. Ты под него там варишь борщ, там ты что-то хихикнул, там посмотрел. Тебе не, ну, мне не надо смотреть вот так вот впилиться в телевизор, смотреть «Любовь и голуби». Зачем? Я его знаю наизусть, я даже знаю там, кто что сейчас скажет, потому что я его, не знаю, смотрел там фиг знает сколько. Это как вот, ну, у кого-то есть какие-то такие вот комедии, такие для расслабона. Для какого-то. Но ты серьезный актер театра. У тебя огромный опыт, да. И ты ведь, по идее, должен, знаешь, вот как это, как условный Федор Шаляпин, да, кайфовать там от вот этих нюансов, каких-то пауз. А там ведь это все.
Ну, смотри, в том-то и дело. Я сейчас, он спросил, у меня так в лоб спросил любимый фильм. Понятное дело, что то же самое, как и ты, я не могу сказать свой любимый фильм. Ну, конечно. Фильмы, которые я там смотрел, они мне понравились. Которые я уже забыл. Есть, которые там не понравились, там вообще как бы этого нет. Просто сейчас, что первое в голову пришло, какой-то советский фильм, который всегда включается, когда от нечего делать. То есть, этот фильм, который вот, ну, можно пересматривать, можно смотреть, вот. Не, просто он у многих людей на самом деле любимый. Многим людям он почему-то нравится. Но он легкий. Он, там не надо думать, там не надо... Ладно, а давай так, а кого бы ты хотел сыграть, вот, ну, роль, какую бы ты хотел сыграть? В фильме «Любовь и голуби»? Ну, нет, не фильм, в любом фильме, какой тебе понравился, вот ты такой смотришь, блин, вот я бы сыграл бы его. Ну, давай тогда начнем с того, что я скажу немножечко все-таки о кино, которое мне нравится. Не, а подожди секунду, все-таки театрал и киноактер, это разные вещи? Да. Это разное искусство? Это, ну, опять-таки, в дипломе актер драматического театра и кино. Все заканчивают одинаково. То есть нет такого, что конкретно пошел на киноартиста учиться, а конкретно у нас на театрально. Нигде. А в Америке? В Америке, наверное, да. Там же наверное, дифференциация да. сильная. Наверное, мыло да. для... Так, они же вообще, по-моему, да. вот. Крем для бритья, да, крем для да. обуви. У нас нет. То есть ты заканчиваешь театральный, кто-то попадает, кто-то хочет попасть в кино, он попадает. Я всегда говорил, если человек чего-то хочет, он по-любому когда-то этого достигнет. Просто нужно в эту сторону работать и двигаться в эту сторону, мне так кажется. Ну, возможно, вот. Да. А можно, знаешь, сидеть на диване и говорить, ой, как я хочу в кино, ой, как я хочу в кино. А что ты сделал для того, чтобы тебя снял кто-то, чтобы как кто-то я, увидел? Прям. Ты что-то делаешь вообще для этого? Ты чем-то занимаешься? С телевизором разговариваешь. И поэтому, допустим, когда я смотрю, коль мы взяли так по поводу профессиональной оценки, я смотрю спектакль. Вот спектакль смотреть сложнее. Потому что в театре ты много знаешь, как там все устроено. Понимаешь? То есть я у меня очень часто бывает в театре какие штуки. Я такой сижу и думаю, господи, а зачем? То есть, допустим, если берется какая-то известная пьеса, да, которую я там видел 28 спектаклей, я думаю, а зачем он это сделал? Ну, понятно, он сделан для того, чтобы, потому что в 28 спектаклях это не было, он это сделал у себя, потому что сказали, а вот у него было вот так вот. Ну, как бы, а для чего, а зачем? То есть, я себе часто задаю вопросы. Бывает, очень редко бывает такое, что ты отдыхаешь на спектакле. У меня такое было совсем недавно. Я увидел в Ярославле, в Волковском театре, спектакль «Земля Эльзы». Тоже была такая история, я поначалу такой смотрю, что-то непонятное, вот это мне не нравится, а зачем вот это вот, зачем здесь, вот это вот. Тут у меня история цепанула, опять-таки. Тут же еще мы когда артисты смотрим спектакли, мы же очень много на личное перекладываем. Мы иногда проживаем вместе эту историю. То есть я начинаю думать, а вот я вот эта бабушка, или я вот этот дедушка, которые друг друга полюбили, а им дети не разрешают жить вместе, потому что это глупость, потому что они сумасшедшие. А я только думаю, а как? И тебя это накатывает, да, тут же представляется твои мама, папа, там какие-то... И у тебя происходит, как называется, катарсис, да, ты понимаешь, что да, здорово, меня хватануло. Но часто бывает такое, что... Ну, я, конечно, не позволяю себе уходить со спектакля, хотя такое один раз было, и причем один раз это было очень нагло. Я ушел, мы приехали с женой в Воронеж, и я пошел в Кольцовский театр, в драму, и я просто, как свинота, прошел по сцене. Потому что там была малая сцена, и то есть, получается, вот мы сидим, а вот артисты играют, ну, как и на любой малой сцене, а мы, блин, в первом ряду дебилы. И мы сидим, и я же не говорю, я не могу, а минут 10 прошло, 15. То есть я не могу смотреть, когда они вот так играют все. Я думаю, что это здесь происходит? Причем сидят такие, знаешь, а еще только смотрю контингент. Такие бабушки, там пудра витает, эти духи такие мощные. Думаю, что за дела? Пьеса современная, как бросить курить. Думаю, зачем они пришли? Потом... Вот такими вот катурными артисты работают, и Матюшок пошел на катурных. Я думаю, господи, а чтобы вы не нашли таких каких-то нормальных людей, которые могли бы эту пьесу сыграть. И просто я понимал, у меня была злость жуткая, что потерян вечер в Воронеже, что мы могли куда-то там пойти, ну, еще. Понятно. У меня злость, что я отдал там, эти деньги, причем тогда они маленькие. Вот. И я просто вот так вот встал и пошел. Сергей, а можно вот такой экспресс-вопрос, если быстренько? Воронеж – это ведь якобы культурный центр Черноземья, да? Ну и, в принципе, центр Черноземья. А Староскольский театр, он котируется где-то вот за пределами нашего округа? Конечно.
То есть вот ты сейчас, ну, грубо говоря, мы обсуждаем профессионализм, ты как mm-hmm. человек из этой mm-hmm. оперы, скажем так, вот, и ты говоришь, ну это какая-то лажа, да? Mm-hmm. А, то есть мы на уровне вообще? Да. То есть нас знают, там вот сейчас да, там Москва, Петербург, скажешь, да, вот Сараскульский театр. А просто сейчас круги-то, понимаешь, круги-то разные, и сейчас театров очень много в России. И если ты сидишь и никуда не вылезаешь, понимаешь, и тебя не видно, не слышно, какой бы ты крутой ни был, тебя никто не узнает. Поэтому был период, когда мы ездили часто, нас знали. Я думаю, что нас сейчас знают. Ну, по крайней мере, театральные критики, которые часто приезжают в наш театр и любят сюда приезжать, они, им есть чем сравнивать, понятное дело. Ну, хорошо, а наш театр, он современный? Да. Мы играем классические произведения в большинстве своем. Угу. У нас такая, ну, скажем честно, драматика определенная. Угу. Мы традиционный театр, наверное, да, без вот... Мы не традиционный. Нет? Нет. Вот поясни, традиционный, это немножечко... Для меня традиционный, это вот эта академка, которая... Ну, разве не академический, не нет, академический нет, театр? Нет, нам... Мы и по статусу, по документам не академический, и даже если нам дадут этот статус, мы все равно никогда не станем академическим внутри. Потому что для меня академический... Раньше же давали эти академические, там, с 80-го года. И вот академический — это штука, когда такая огромная укомплектованная труппа, когда там, допустим, 10 человек там, за 80. Представь, они же разные школы. И вот за счет вот этих вот артистов, которые выходят... Да-да-да. Они не осовременивают театр. И таких театров, к сожалению, до сих пор много. Сейчас появляется плеяда режиссеров молодых, да, которых, слава богу, во многие театры пускают. И, допустим, я смотрю актрису, там, ну, не буду говорить, город, театр. Я смотрю, я ее видел там у режиссера, которому за 70, и ей 80. И вот она работает на вот этих штампах актрисы ага. там старого времени. А когда приехал 30-летний классный известный режиссер, я не знаю, что он с ней сделал. Может быть, он ее бил. Может оживил, быть, я да? не знаю, она была другим человеком, просто, понимаешь, она была другим человеком, поэтому я считаю, что у нас совершенно живой театр. Пока хорошо, я... смотри, я был в Донецком театре, mm-hmm. там ставили Селлинджера над пропастью Варжи, mm-hmm. тебе mm-hmm. знакомо, конечно, да. да, это великолепное произведение, которое слово ты не любишь, великолепное, ну, давай скажем, великая американская mm-hmm. литература, мы могли бы такое поставить? Да могли бы. Опять-таки, какая задача, могли бы, захотел бы режиссер это ставить, был бы интересный замысел, интересное решение, пошли бы на него артисты, на этот замысел, захотели бы в этом участвовать, заразил бы их режиссер, дали бы на это деньги, сколько нужно, если они вообще нужны, может быть, там можно его поставить на одном черном стуле, понимаешь? Иногда спектакль на одном черном стуле сильнее, чем спектакли там с миллионом декораций. Uh-huh, uh-huh. Вот. Думаю, да. Ну, я просто к чему говорю, что мы могли бы взять современное произведение. Ну, там, условного Пелевина, там... Ну, я... Ну, понятно, я понимаю, да. да я, то есть опять-таки, я тоже... ты понимаешь, мы могли бы, но... Ты сейчас, вопрос здесь не ко мне все-таки, здесь вопрос, есть режиссер, он диктатор, он его политика, то есть чего хочет режиссер, то есть артисты могут хотеть все, что угодно, понимаешь, но они работают с конкретным режиссером, который предлагает вот это, и поэтому тут очень такое двоякое, очень двоякое, я не знаю, ну, сложно ответить, понимаешь, есть, допустим, я вообще не люблю стереотипы. Я не люблю, когда говорят, ты никогда не сыграешь это. Или там очень многие артисты, не знаю, там, либо как-то лукавят, либо хотят себе цену набить и говорят, не, ну я никогда это... Нет, я не буду в этом играть. Я не смогу. Угу. Да попробуй. Да попробуй, а вдруг? А почему нет-то? Хорошо, смотри, Сергей, тебе лет сколько? 29. 29 лет, ты в порядке, ты на ходу, ты... ведущий актер Староскольского театра. Я думаю, человек с амбициями, безусловно. Все-таки, честно сказать, в общем-то, я не люблю эти вопросы, эту риторику, но в Старомосколе она актуальна. Почему мы не переезжаем? Мы же должны куда-то уехать обязательно. Вот. Если ты не уехал, ты, ну, типа, неудачник. Ну, знаешь, да? Да-да-да. Ну, вот, ты же здесь. Ну, понятно, у тебя семья, но я не думаю, что это одна из, наверное, причин, одна, но не главная. Из, да. Ну, я так скажу, уехать. Я всегда говорю, куда? То есть,
Если есть какое-то конкретное место, куда, то есть, понятное дело, мы где-то в глубине души что-то хотим, да, о чем-то мечтаем. Я хочу там вот это, там, ты хочешь вот это, там. Кто-то вот, у меня недавно знакомая говорит, вы хотели бы куда-то, я там называю какой-то пару русских городов. Она такая начинает ржать и говорит, а я вот хочу там Голландию, понимаешь, у кого-то такие мечты там, или я Великобританию. Ну, то есть, я от, как бы, о таком даже и не думаю, потому что, ну, я считаю, что здорово поменять что-то, когда в этом есть смысл. То есть, если, если ты чувствуешь, я никогда не понимал людей, которые, вот знаешь, 20 лет ничего не получается. Блин, ну сделай что-нибудь. Вот у меня 20 лет ничего не получается. Ну тогда надо куда-то двигаться. А если пока получается, наверное, ну, не знаю, я не хочу ничего загадывать. Есть такая штука, то есть я живу сегодняшним днем, вот сегодня это есть. Если, ну, это нормально. Если, если моя, если что-то будет по-другому, мне придется это принять и поменять. Я же не знаю, это жизнь. И говорить сейчас о том, что говорить сейчас, что я хочу в Москву, это ложь. Говорить сейчас, что я не хочу отсюда уехать, это тоже ложь. Хорошо, предложения понимаешь. Были? А? Предложения. Были. Отказался? Не сложилось. Не сложилось по нескольким пунктам. Не всегда все зависит, к сожалению, от нас, от артиста. Это вот к следующему моему вопросу. Да. Как происходят трансферы в театре? Вот, допустим, приезжает кто-то, смотрит, а вот мне нравится этот, я его хочу забрать. Как это происходит? По-разному. Ну, расскажи. Бывает, что артисты сами едут показываться куда-то, узнают, что есть показ, они едут. Но на самом деле сейчас, в очередной раз сам утверждаюсь, убеждаюсь в этом, что сейчас такая штука, ну, во многие театры, берут после театрального института, как бы нужен молодняк всегда, причем такой зеленый молодняк, желательно, чтобы это вот ты закончил лет 19-20, что из тебя еще что-то можно долепить, что ты еще будешь лет 10, ого-го, там Ромео и Джульетта, вот, и поэтому берут молодых. Вот таких артистов за 30, за 40, здесь уже все-таки должен быть какой-то человек, который скажет, я его знаю, и я могу, я хотел бы, вот, наверное, так. Либо случай. А случай в нашей жизни решает очень много. Да, есть театр, который тебе нравится. Ну вот мы сейчас не говорим о том, в котором ты хотел бы играть, но есть какой-то театр в России? Их много. Ну, но опять-таки это сложно назвать. Я же вижу только лицевую часть, ну, стороны, вот, понимаешь? Я бы так сказал, направление, в котором двигается этот театр, то есть то, что он из себя представляет сегодня. Замысел. Условно, режиссера, который там сегодня творит. Сложно. Сейчас, знаешь, почему сложно? Потому что вот ты сейчас говоришь такую здоровскую вещь по поводу направления. Очень мало театров, где есть конкретное направление. Это было. Это был такой период лет 15-20 назад, когда театры, даже в Москве было, вот там «Современник», это вот так вот. Ну, мы берем, да, современные пьесы, мы начали в 70-м году открывать современных авторов. Там этот театр, вот малый театр, он такой, МХАТ он такой, а сейчас МХАТ он вот такой, ты можешь прийти в МХАТ и увидеть что-то страшное, и увидеть что-то великолепное, и так в любом театре, это в любом театре. Знаешь, когда я не люблю, когда артисты говорят, вот у нас, вот, а, вот у нас все великолепно, да ложь, да не поверь. Хорошо, ну вот я сейчас приведу тебе пример, Google Center. Угу. Я не знаю, работает он сейчас или нет, но ты понял. Работает, да? Конечно, да. А как же он вот работает. Вот такой вариант. Наверное, не мой вариант. Это не тот, не да? мой, да. Объясню, почему. Это очень интересный театр. Очень многим он нравится, и моим знакомым, и артистам, и коллегам многим нравится. Многие ездят. Я лично, к сожалению, ничего не видел живьем. То есть я не был там. Нет, я имею в виду, вот смотри, мы сейчас берем личности уровня там вот Серебренников и Богомолов, да, условно. Mm-hmm. Наверняка они разные, да? Да, я, опять конечно. Же, я скажу честно, я не был ни в одном, ни в другом, но я примерно представляю, то есть, как эти люди, ну, в каком направлении они двигаются. Mm-hmm. То есть, это такое современное переосмысление, ну, таких вот классических вещей. Это возможно, в принципе, скажи, пожалуйста. Я так скажу, опять-таки, про того же Серебренникова, уже многие там, вот для кого-то это красная тряпка, знаешь, там Серебренников, совсем недавно, вот это прекрасная самоизоляция дома находясь. Я очень много смотрю сейчас спектаклей. И я нахожу спектакль по Станиславскому.
То есть письма, жизнь Станиславского, какой-то этюдный, причем ну, МХАТ, к его юбилею это делалось, и участвуют режиссеры именитые, то есть прям участвуют в спектакле как артисты, звезды там Хабенский, там Пегова, Миронов, ну прям такая подборка артистов. Mm-hmm. Понятное дело, что это какой-то, видать, проект был, который им нужно было осуществить круто. Я смотрю, жутко мне нравится, прям вот прям смотрю, думаю, и с юмором, и смешно про Станиславского, и грустно, и все. Режиссер Серебренников, у меня шок. Потому что я, ну, не представлял, что вот, вот он может взять там и что-то сделать не вот так вот, да, не с подвыпертом, а что-то... Поэтому режиссер сегодня, они тот же самый Богомолов, понимаете, когда гуляет в интернете видео, ты понимаешь, про какое я говорю, и не хочу это сейчас озвучивать. Я думаю, что многие поняли, что за видео. А вот. Нет. Ты нет, да? Да. Мы тебе потом скажем, когда все закончится. Вот. Я думаю... И что это? Это вызов. Вызов кому? Себе? Что, вообще, что происходит? И вообще, зачем это? И тут же, понимаешь, есть спектакль «Юбилей ювелира» в его постановке, где играет Табаков с Тиняковой. И причем это не спектакль, типа, этот вчера выпустился, а этот 20 лет назад. Они выпустились почти рядом. То есть я думаю, наверное, ну вот, он проснулся сегодня, ударился головой, у него одно, там, или он там сегодня покушал и задумал вот это. То есть режиссер это тоже, понимаешь, у любого режиссера может быть как удача, так и провал, да? Или даже, может быть, он будет рассчитывать на что-то новое. По-любому, любой режиссер хочет, когда задумывает спектакль, все равно где-то в глубине души сделать что-то другое, что-то новое. Настолько, насколько ему позволяет его природа, его вот профессия, его понимание профессии, мне кажется. Потому что не может быть там режиссер, что вот я буду ставить вот это, вот это, вот это. Такое бывает в малом театре, да, сейчас малый театр не ходит, ну, как бы, я не знаю, ходят люди, не ходят туда, но это просто, конечно, вынос мозга. Малый театр — это вот как раз-таки вот к истории про академический, где буа, где платье, где вот на катурнах все, где Джульетты по 60 лет, по 50 играют, понимаешь, вот... Ну, тоже такой театр в Москве есть, в него тоже ходят, наверное, на каждый театр, ну, найдется свой человек. Поэтому говорить о том, что какой театр конкретно мне вот нравится по направлению. Есть просто какие-то постановки. Хорошо, а если бы, скажи, пожалуйста, сейчас поменялся в нашем театре режиссер, театр бы поменял свое лицо? Ох, я сейчас скажу страшную вещь. Я думаю, что театр не будет, если здесь поменяется режиссер. А возможно ли было бы такое, если бы условно поменялся режиссер и труппа, ну скажем так, взбунтовалась? То есть понятно, вот этого дрессировщика мы знаем, и он для нас авторитет. А это кто? Вот сейчас ты говоришь, вот молодые режиссеры, 30-летние, там пускай даже 40-летние, все равно считается молодой в этой профессии, да? Вот он придет, а вы такие скажете, ты вообще кто такой? Да все может быть, конечно. А, то есть столько это... Ты знаешь, сколько в театрах всего происходит? У меня миллион, огромное количество друзей артистов по всей России, которые рассказывают там, а мы сегодня там вышли на площадь, там закрыли двери, забили их гвоздями. Я думаю, господи, что у вас происходит? Мы там сжечь директора, там убить худрука. То есть такое очень, такое много. То есть если это нормально, если, ну, не дай бог довести театр до этого, и это страшно на самом деле, потому что любой раскол это всегда трагедия, и в то же время это перерождение. А во что это переродится? Будет ли это что-то нормальное? Это уже большой вопрос. Большой вопрос. Да, хорошо. Из тех, кто сегодня с тобой вместе находится в нашей, играет в нашей староскольской труппе, вот чисто субъективное мнение. Служит. Кто самый талантливый, на твой взгляд? Вот если вот отбросить там, если, ну, возможно, то есть вот... Вот эти все нюансы. Вот кто тебе больше всех нравится, ты считаешь, вот да, вот он крутой, и он талантище, да? И он там пахарь одновременно. Это сложно. Я... Вот можно без этого, Сергей? Вот как есть, да, вот просто скажи. Ну, да. Я скажу, но не хочу, чтобы меня... Да скажи я, и все. Многие обвинят в чем-то, но я скажу, что это моя жена. Не потому, что она моя жена. Я почему-то так и думал. Не потому, что она моя жена, а потому что... Действительно удивительная актриса и большой мастер. Именно вот в моем понимании ее ощущения в профессии, ее роли, ее
диапазона, что она может, что она умеет. Ну, все-таки всегда подкупает. Она большой профессионал просто. Она действительно большой профессионал. И не, опять-таки не потому, что она моя жена. Ну, я всегда это говорю, потому что, знаешь, когда сейчас говорят, там, ну кто? Я говорю, никто там, не поверит. Я говорю, Марина Карцева. Они говорят, ой, ну понятно, понятно. Ну а что ты скажешь? Она же там сейчас дома скажет, что ты меня не назвал. Нет, все равно кто-то что-то подумает. Кто самый талантливый? Скажешь, что ты не? Смотри, в любом случае... Это да. Это знаешь, прости, по поводу талантливых, неталантливых, не мне вообще это судить. Есть, допустим, партнер мой работает в спектакле, я на него смотрю, думаю, слушай, здорово. Потом в другом спектакле я на него смотрю, думаю, вообще какая-то лажа. То есть это же тоже какие-то качели, это может быть, сегодня мне он нравится, сегодня не нравится, нет какого-то определенного. Тем более, когда очень сложно судить, когда ты работаешь с этими людьми. Очень же много замыливается. Это когда ты пришел в другой театр, кого-то посмотрел, ты их видишь первый раз, а когда ты видишь этих людей там 15 лет, ну, как я кого-то могу судить? Это у меня был такой один вопрос от одной журналистки Староскольской. Она мне сказала, на кого ты хочешь быть похожим из Староскольского театра? Я заржал, сказал, ни на кого. Хорошо, а вот теперь такой более общий вопрос. Место Староскольского театра сегодня вот в нашем городе все-таки, это явление? Да, безусловно. Это явление, которое, не знаю, вот... которая вот переродилась во многом, потому что я делю все-таки театр. Я не был у истоков 96-го года создания театра, но это были два разных театра. Театр Аршанского и театр... Аршанский, Виктор Абрамович, Аршанский. Театр Виктора Абрамовича и театр Семена Михайловича. Это разные театры. И сейчас, опять-таки, не умаляя ни в коем случае заслуг Виктора Абрамовича, потому что я всегда говорю, когда я лично не знал Виктора Абрамовича, я пришел в театр, я его видел пару раз, он дорабатывал последний год, по-моему, в театре или полгода. Я его видел, про него рассказывали, что он был удивительный, замечательный и в то же время очень там жесткий и там страшный человек, очень много таких баек было, там, что он кричит очень громко. Вот, я его видел пару раз, и потом он ушел из театра. Я видел пару его спектаклей, но я всегда говорю о том, что я же не знаю человека, не могу о нем судить, я с ним не работал, но я всегда ему лично благодарен за то, что вот именно в большей степени благодаря ему вообще в Осколе появился театр. Насколько сегодня это ценно, то, что город имеет такой театр? Потому что, ну, есть города, которые там, допустим, примерно таких же параметров, которые, ну, скажем так, не имеют таких возможностей. Mm-hmm. Да. Ну, это ценно, опять-таки... В Губкине есть театр, хотя город гораздо меньше и моложе. Ну, да. Ну, это ценно, потому что даже сейчас по отзывам зрителей это видно, я думаю, они понимают, что это ценно, они очень трепетно к театру относятся. Не знаю, ну я понимаю, что сейчас и тяга какая-то вот к культуре у людей, наверное, вот последние там лет 10. Там что-то говорит, билеты даже не купишь туда. Да, ну это такая, я опять-таки скажу, сейчас взять какую-то труппу, привезти в какой-то город горняков и металлургов и сказать, ребят, давайте строить театр, это безумно сложно. А если говорить про время, которое сейчас, просто, мне кажется, это вообще невозможно. Это нереально, по-моему, да? Потому что сейчас огромное количество моих знакомых, которые выпускаются из театральных вузов, очень многие хотят быть свободными. Мало кто хочет... Сейчас же очень модно участвовать в проектах. То есть я... Здесь снялся, я свободен, то есть я свободный человек, то есть я не работаю в репертуарном театре, потому что репертуарный театр — это от звонка до звонка, это у тебя репетиции, у тебя, понятное дело, что у артистов есть свободное время, безусловно, то есть если артист не занят сейчас в какой-то постановке, или он там сегодня не играет вечером, он свободен, его никто не привязывает там и не говорит «сиди здесь», это понятно, там, если у него нет никаких там репетиций, вот, но сейчас люди хотят быть свободными в этой профессии, и очень много, не знаю, к чему это приведет, хорошо или плохо, не знаю, мне кажется, не очень хорошо, сейчас очень многие хотят ставить. Вот у меня очень много друзей говорят, вот я хочу поставить. Вот я вот, прям все режиссеры, понимаешь, куда ни плюнь, берут все на себя знают, такую да, песню, все знают, да? Как ставить, как делать, а в конечном итоге очень много про это разговоров, и как-то пока что каких-то великих новых имен мы не слышим, к сожалению. Где же все те, кто хотели поставить, куда же они делись? Да. Хорошо, последний вопрос. Общий культурный фон, вот ты сказал, что последние лет 10 народ тянется к театру,
А в общем, если говорить о Старом Осколе, скажи, пожалуйста, Староосколец, он готов воспринимать театр? И насколько это все-таки профессиональный зритель сегодня, тот, который приходит к вам? Да, староскольцы могут воспринимать. Понятное дело, что есть еще там огромное количество зрителей, которые делятся там на нравится, не нравится, и все, как бы на этом заканчивается. Как тебе понравилось, там, как не понравилось. То есть они не могут сказать, что не понравилось или что понравилось. Но мне кажется, что сейчас большинство зрителей, так как я еще админ группы в ВК, вот, я вижу очень много отзывов там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, супер-супер, та-та-та-та-та-та, город Самара. Была семья, которая приехала из Италии и неделю смотрели наши спектакли, понимаете, и им очень понравились. Очень много москвичей приезжают, которые приезжают и понимают, что очень многие в провинции, почему провинция всегда была все-таки таким вот ключиком в творчестве, вот в русском, мне так кажется. Потому что артисты не избалованы, они искренние, они чистые, они открытые, они выходят себя отдать, не что-то там поиметь, да, как в Москве сейчас там, так, чувак, у тебя там 385-й спектакль пошел, там, все, тебе вот сейчас отыграешь, и вот тебе деньги. Я не говорю, что это вся так Москва, ну, во многом, да, есть какой-то проект, который ты должен отпахать там сколько-то спектаклей, получить за это деньги. Mm-hmm. Поэтому в Москве очень многие купаются, допустим, очень многим это нравится, допустим, у меня недавно был разговор, тоже не буду говорить с кем, такая известная фамилия в городе, говорят, вот там они так импровизировали, они так вот... Так вот, ха-ха-ха-ха в зал, тра-та-та. Я понимаю, что ха-ха-ха-ха в зал, потому что они этим живут. Они такие уже, как мы задолбались играть этот спектакль, давай-ка мы сейчас ха-ха-ха в зал сделаем. А мне кажется, не только не эта проблема. Вот прости, что я тебя перебиваю. Вот то, о чем ты правильно говоришь. Сейчас очень многие люди считают, что это все вот так. Не нужна подготовка. Да, это можно ужасно, просто с листа выйти. Да, да. Я сейчас тут натворю, чего я хочу. Да, но на самом деле, когда включается свет, как ты говоришь правильно, дается звонок, начинается другая игра. И тут уже на пустом листе ты не наиграешь много. Конечно. И я вот к чему хочу про Москву сказать. Мое мнение, что опыт опытом, там, это все понятно. Это как недавно врач-кардиолог был у врача, и он мне говорит что-то там типа... Вот, а вы, наверное, там вот, у вас профессия же такая нервная, там, поэтому какие-то там сбои со здоровьем, там, с давлением. Вот, вы знаете, я вот люблю вот Ирину Муравьеву, я вот был на ее некоторых спектаклях, она выходит так легко и все там это, она вот такая вот. Вы не достигли мастерства, сказал мне врач-кардиолог, вы еще не умеете, вы не умеете играть. Зачем вы проживаете? Надо играть. Я думаю, да, надо играть. Ну, может быть, если да когда-нибудь я доживу до возраста. Главное, чтобы врач доживу до возраста Ирины Муравьевой, наверное, тоже, может быть, когда-то буду играть. Но не знаю, я не понимаю вот этой темы, когда ты выходишь и такой, ну, сегодня я сейчас так полпиночка отработаю. А к сожалению, у артистов в возрасте такое бывает. Да, хорошо. Сергей, спасибо, что ты пришел. Честно вам спасибо, сказать, вопросов что на самом деле много, и еще можно было 2 часа болтать, но я думаю, что вряд ли не каждая, скажем так, птица долетит до конца. Но если что, скажи, пожалуйста, дай нам сейчас обещание, что если мы тебя еще раз пригласим, ты обязательно придешь. Обязательно. И билеты замутить. Спасибо большое, билеты замутить, Сергей. Да, хорошо. Дорогие друзья, я думаю, вам будет интересно. Мы диванные эксперты, Сергей профессионал, поэтому... Просим нас судить строго, безусловно, но делать скидку. И подписывайтесь спасибо. На Инстаграм. Все, спасибо.